Ребята, дорогие, всем привет! Это мой небольшой дозаказ. Как вы видите, тут всего чуть-чуть, маленечко. И давайте же начнем. Ну, во-первых, на 8 марта я раздарила всю свою красоту, все свои коробочки с конфетами. Мало ли что, заказала вот 5 штучек, одну уже подарила, да, ко мне приходила визажист, парикмахер Катюшка, и я ей подарила одну коробочку. Все-таки мы с ней еще после 8 марта не виделись. И далее, конечно же, Faberlic Sculptor. Пьем его только после спорта или перед ходьбой выпиваем, чтобы не сильно уставать. Действительно, вещь суперская, классная. Если вы занимаетесь спортом, он у вас сжигает жир. Если вы не занимаетесь спортом, то лучше пить вот такой коктейль, который заменяет 2 приема пищи в день. Например, вы позавтракали, потом обедаете, полдничаете, и им еще можно поужинать. Тогда пойдет активное снижение веса. И если вот этот коктейль Скульпта я заказала всего лишь за 900 рублей по программе Like Faberlic, то вот этот коктейль мне пришел за 1 рубль. Потому что все, кто в прошлом каталоге сделали заказ от 50 баллов себе в дом. Я об этом делала даже автообзвон по своей личной группе, по всей структуре, всех предупреждала, и все, кто сделали 50 баллов, сейчас выбирают коктейль на выбор. Сначала коктейль падает автоматом, томатный суп, но мы вместо томатного супа поменяли вот на такой. Там в корзинке можно было менять, выбирать, какой хочется коктейль. Вот. Далее каша овсяная с бананом и лукумой понравилась всем, и мы решили еще раз ее заказать. А потому что мужу не досталось, муж не попробовал. Говорит, а что мне попробовать не дали? Вот у меня спросят, как каша, а я не знаю, что ответить. Ну, мы посмеялись. Я говорю, да, настоящий лидер должен знать все о продукте, все о товаре. И это очень интересно, что выходят такие новинки. Поэтому, ну, вот... Артикул 16-111. Нормальная каша. Вот взяла второй раз, чтобы мужу сварить. Далее 7 штучек. Точно 7 я брала. Я точно это знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7. Это омега. Это получается мама, папа, свекровь, свекр. А я, Катя, Вика. Да, Антону забыла заказать. Надо было 8 брать, да. Ну вот. И Q10 еще подзаказала. Вот, Q10. Его тоже можно пить без перерыва. Штука классная, да. Омега – это наше сердце, волосы, ногти, ум, сообразительность и так далее. Артикул 157-22 – это незаменимые аминокислоты, которые самостоятельно не вырабатываются организмом. Их нужно получать только искусственным методом, ну, в смысле, извне. И, вот это вот энергетика на клеточном уровне, Q10. Его часто прописывают сердечником, но на самом деле он полезен всем, особенно после 30 лет. Так, значит, артикул 157-23. Далее я набрала, как обычно, всего для стирки, но что-то я в этот раз взяла мало, чувствую, что закончится быстро. Значит, суперконцентрат «Утренняя свежесть» – это ультракондиционер для белья, артикул 118-51. Слабенький от него ароматик, но он был по полному баллу, и я что-то как-то вот его выбрала. Ультракондиционер для белья тоже на 30 стирок, «Дыхание Прованса» тоже мне нравится, такой ничего, артикул 118-52. Не люблю одинаковый кондиционер, знаете, вы знаете, что я люблю, когда все по-разненькому пахнет. Ну и что, скоро весна. Вот их я заказала 3 упаковочки, но на стол поставила одну, потому что, ну, зачем стол захламлять? Скоро мы будем всю осеннюю одежду, ой, зимнюю одежду, так как уже март, сдавать или в химчистку, или стирать самостоятельно, да, то есть посмотрим там. Антон, кстати, курточку на спине так сильно продырявил, и там уже вообще, уже ничего не сделаешь. В общем, Антон у нас на следующую зиму, надо будет одевать, идти его в магазин, вообще продырявил там, дыра, все торчит. Так, артикул 118-40, это концентрированный гель для стирки особых тканей. Он у нас всю зиму очень хорошо шел, потому что наша Виктория Антоновна, это корки, это хоть плюс 1, хоть минус 10, она всегда гуляет, и в минус 20 она гуляет, и она постоянно грязная, вся грязная. Поэтому у нас иногда бывает, что мы курточку надеваем на один раз и потом стираем максимум 2 раза и все в машину. А, слава богу, одежда от компании Faberlic для детей до такой степени качественная, что ее стирай, не стирай, ничего с ней не случается. Вот это, конечно, прямо кайф. Прямо кайф. Купил на зиму 2 куртки, да, там 2-3 куртки. Ну, у нас 3 курточки, потому что пока одна высохнет, вторую носим, а вдруг со второй что-то случилось, чтобы третья была, пока первая носит, пока первая сохнет, да. То есть и 3 у нас штанов таких баллоневых, теплых, да, чтобы с горок там кататься, еще что-то. Так вот, постоянно стираем, практически каждый день.
вот практически каждый день. Поэтому вот этот концентрированный гель для стирки как-то подружился с вещами, с детскими Faberlic, и как-то вот все великолепно получается. Далее, значит, что у нас выходит? Это концентрированный гель для стирки белого белья, артикул 118-42. Давно его люблю, это мой фаворит. Очень часто им все стираю, отличный просто результат. Белье еще белее, еще лучше, еще свежее становится. Люблю его. Далее, не смогла удержаться, хотя у меня в запасниках стоит около 5 штучек других, да, других спреев, но вот этот аквафтический просто суперский аромат, и я прям его увидела, и тык. Вот тык, и все на кнопочку, и вот он у меня в руках, вот он мне пришел, артикул 1091. Очень приятный аромат, и причем он идет как аква, да, то есть биоосвежитель воздуха аквафтический, биоформула и ароматерапия. И тут идут в составе биокультуры и эфирные масла. Что получается? Это безвредный, абсолютно безвредный получается освежитель воздуха, и плюс ко всему он увлажняет и еще и осаждает частицы пыли. Вот перед тем, как мыть пол, например, да, вы пропылесосили и хотите помыть пол, возьмите, пройдитесь этим спреем по комнате, он все у вас осадит буквально там за минуту-полторы, да, и потом пройдитесь, и вы почувствуете, что вам на следующий день даже пол мыть не захочется. Вот такая вот свежесть остается, даже когда в доме все батареи работают, еще пока не лето, да. Ну, у нас больше время года батареи, поэтому заканчивается уже один, мы поставили в прихожей, один у нас стоит в туалете, значит, артикул 111-36, третий еще надо на балкон, потому что у нас там у Алиски туалетик стоит, в общем-то, да, это универсальное антибактериальное средство. Оно идет для обработки ванной, комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных и так далее. Вот. И когда в самый разгар пандемии не было нигде антисептика, я его вскрыла и поставила, и мы прям руки им обрабатывали. Он идет без запаха, цвета, вкуса. То есть такой, знаете, вообще как бы никаких проблем от него нет, никаких раздражителей. В общем, отличное средство. Далее это мы моем пол, и только пол и моем. Ну, иногда двери протираем, там рамы окон моем, да, ну, такой вот универсальное тоже биосредство моющее, Homnum Greenly. Идет с очень приятным цитрусовым ароматом. Я раньше, как вы знаете, несколько лет заказывала Faberlic Home, концентрированное тоже средство с коричневой этикеточкой. Но когда это появилось, я прям перешла на него, потому что оно еще лучше моет. Вроде бы уже куда лучше, а еще лучше моет. Далее не выдержала тоже душа. Очень вкусное мыло, обалденное просто у нас, ребят, мыло ручной работы. Я вот прям советую каждой девчонке его попробовать. Оно суперское, но не сушит кожу. Артикул 2663. Я вот повторно взяла только банановые. Одно удовольствие им мыться. У меня сейчас папа гостит. Папульке моему, папе Толе, 73 года. И он начал плохо видеть, плохо слышать. Вот мы его сейчас обследуем. Вот заодно к терапевту свозили, везде свозили. Потому что в Мурыгино нет нормальных врачей. Даже если бы они и захотели там работать, то и там ничего не платят. И один педиатр, один врач на 8 тысяч населения, в общем-то. И такие врачи-то не особо стали, да. Вот которые были классные раньше, они все уже вышли на пенсию. Вот, и что получается у нас? Вот он говорит, я не хочу мыться шампунем, гелем для душа. Я ничего не хочу. Ваши фуфырики мне не нужны. Но он у меня, знаете, он всю жизнь такой кочегар, тракторист. Еще в котельной работал, да. То есть, ну, такой вот он. На фрезерных станках он у меня работал, да. То есть, вот, и на токарных станках. И, конечно, он очень простой. У него руки потрескались, дайте мне что-нибудь намажьте мне. Да, то есть, ему выдавишь на руку, он намажет. Не выдавишь на руку, он так и будет мучиться ходить. Вот такой у меня папа прям. Мужик-мужик. И вот тут он говорит, дай мне мыло. Мне говорит, дай мне мыло помыться. Говорит, мне не надо вот это все, что ты мне даешь, тут предоставляешь, говорит, все эти кучи флакончиков. Дай мне кусок мыла, пусть он будет мой, я им буду мыться. И я ему дала вот такой кусок мыла, он просто от него в восторге. Говорит, такой вкусный, говорит, хочется откусить. Смеялся, сидел. Вот, далее по распродаже. У нас была внутренняя распродажа. Она была для всех, не только для вип-консультантов. Я набрала вот таких вот суфлешек. Мне очень нравится аромат олива и бергамот. Прям безумно нравится. Это у нас с вами идет, ой-ой-ой, все уронила. Это у нас с вами идет Fleur de Provence, олива, бергамот, суфле для тела. Оно идет питательное, увлажняющее, легкое, очень хорошо впитывается в кожу. Иногда хочется чем-то себя вот таким вот побаловать, да, видите, какая суфлешечка, да. То есть, но ее очень легко наносить, да. То есть вот вы нанесли мгновенно раз и увлажняет, да.
не остается ни следов жира, ни... вообще вот прямо до такой степени вот эта вот линеечка, она комфортная, что вот я взяла. Вот эти олива-бергамот я взяла себе, потому что уж очень мне он нравится. Вот, взяла пару штучек, так, артикул 8368, 150 миллилитров. А вот это я взяла мамуле. Пусть она себя побалует, тоже крем-масло для тела, апельсин и ваниль. Ну вот насчет ванили не подскажу. Ребят, такое ощущение, что один только такой, знаете, апельсинчик, причем такой сочненький, приятненький. Сейчас прям, ну да, да, такой молочный, можно так сказать, апельсин. Да, все, он такой же идет. И когда вы его наносите, он идет такой, может быть, более плотный, чем вот этот мне показался, да, но он действительно классный, вот, и он тоже очень быстро впитывается, и что самое классное, можно буквально через минуту, максимум полторы, уже одеваться, да, это здорово, это шикарно. Мама уже привыкла, что я ей все вскрыто и отдаю наполовину. Так, тоже по распродаже я взяла, таких я взяла 5 штук. Это маска для блондинок. Она идет именно для блондированных, для светлых волос, для мелированных волос. Она интенсивно питает и делает их мягкими и блестящими. Да что ж я ее открыть не могу. Ручки кремчиком намазала, да, и открыть не могу. Да, вот эта маска, конечно, это чудо из чудес. Безумно мне тоже нравится. Но, вы знаете, вот сколько раз рассказывала, повторюсь еще 3 секунды еще раз об этом. Я как делаю? Я понимаю, что человек ест, моется, там, да, к примеру, там чем-то питается, да, то есть и он кушает что? И мясо, и рыбку, и овощи, и фрукты, и крупы, и так далее. И я считаю, то же самое нужно волосам. Если мы сидим на одном и том же уходе, когда-нибудь все равно волосы перенасытятся, и чего-то другого будет не хватать. Поэтому я всегда беру различные маски для волос, и за неделю я могу сделать 2-3 маски для волос, понимаете? Вот могу сделать так. Значит, эта маска идет именно, что она для блондинок. Она очень хорошо на волосах сидит, не течет, но разносится легко. Она питает, смягчает, бережно восстанавливает волосы. После окрашивания препятствует вымыванию оттенка и появлению желтизны, а также чаще защищает от вредного воздействия высоких температур при укладке. То есть, вот, если вы знаете, что вы пойдете там, в парикмахерскую крутить, допустим, локоны, да, то можно, в принципе, и эту масочку сделать. И, кстати, ребят, меня спрашивали консистенцию, да. Вот такая вот у него консистенция, да, такая вот жидковатенькая. Вот, то я забыла вам показать. Опять меня наругаете. Так, ну и дальше, значит, у нас получается технология глубокая гидрадация. Это Deep Aqua маска для интенсивного увлажнения волос. Возвращает волосам мягкость, блеск без утяжеления. Действительно хорошенькая масочка, но она очень отличается от всех остальных. Она идет глиняная. Вот такая вот, да, густенькая глиняная. То есть, когда вы ее наносите, она уже не как кремушек. Она идет такая вот прям глинка-глинка. Очень приятный такой аромат морской глины. И она действительно очень хорошо увлажняет. Волосики становятся такими пластичными. Мне тоже эта масочка нравится. Я ее из года в год уже заказываю и пользуюсь очень давно. Далее тоже по распродаже зацепила несколько упаковочек гигиенических салфеток. Все равно они нужны бывают. Вот у меня всегда они в сумке. Что-нибудь да есть, для чего-то пригождаются. 22.15 артикул. Далее, смотрите, заказала парочку таких вот ножниц. И вот стормозила, говорю, слушайте, а что делать, говорю, что с ножницами делать, почему тут нет вот этого вот кружочка? А потом до меня дошло, что это ножницы универсальные, коричневые, и они идут вот тут вот застежечкой, и можно резать сколько хочется, что они пружинятся, да, как садовые, наверное. А мы, что мы ими пробовали делать? Курицу, отлично, просто отлично. Курица, мне кажется, что и в огород их будет здорово, да, там, или еще что-то, вот такое вот все. Ну и просто что-то разрезать, если вот что-то захочется, они, ну, в общем-то, они будут пригождаться. А в работе они супер острые, супер крепкие, очень хорошо пружинят, вот, мне понравились они, артикул 910.095, в общем, заказала себе одни, и так как скоро весна, маме с папе в огород вторые. Далее у меня пришла одежда, ребят, я думаю, вы обзоры видели уже на других YouTube каналах, поэтому я вам покажу ее чуть-чуть позже,
Значит, вот мне пришли штаны, брюки, пижама. Потом, значит, пришло кимоно укороченное. Маечки пришли различных оттеночков. Платья вот розовые и брюки. И вот в понедельник мне придет еще пиджак к этим брюкам. Поэтому я хочу брюки снять вместе с пиджаком и за одним показать вам, вот как оно именно на мне сидит, вот эта вот коллекция. Сама еще ее не примеряла, не знаю. Но уже чувствую, что я оставлю. Такая расцветка мне подходит, она мне идет. Очень нежная, красивая. Вот, поэтому это я немножко позже сниму. Ну, а это вот, пожалуйста, да, там еще у меня коробки стоят. Да, ну все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.